Всем-всем-всем привет! Сегодня мы с вами идем снимать еще одну квартиру. Это евродвушка, 46 квадратов. Я снимала эту квартиру, когда там еще были только стены. Квартира сделана не полностью. Мебель уже туда будет, наверное, докупаться в течение месяца, поэтому окончательный вариант я сниму позже. Сразу перед видео я буду такие, знаете, говорить основные моменты, чтобы вам было понятней. Квартира тоже делалась через Ирину, так же, как и мы делали ремонт, что было сделано дизайнером. Был разработан проект, вот дизайн-проект, да, там предлагается заказчику заполнить изначально около 5 листов своих пожеланий, какой бы он ремонт хотел и так далее, со всеми там декоративными штучками. Разрабатывается вот такой вот проект, и дальше по проекту делается уже ремонтик. Поэтому дизайнером Ирины был разработан проектом, план электрики, сантехники, расстановки стен, полы, расстановка мебели и так далее. Дальше. Вместе с дизайнером Ириной в квартиру выбирались обои, выбирался ламинат, выбиралась плитка, выбиралась сантехника на данном этапе. В квартиру вложено около 12 тысяч долларов. Тоже буду цену озвучивать сразу, чтобы вам было понятней. Мы с вами попадаем в квартал Северная Америка. На улице супер-супер ветрено, так уже получилось. Все-таки я хочу вам еще показать небольшую прогулку по данному кварталу. Это прям квартал фаворитов, мой любимчик. Я бы так сказала, но ветер просто очень-очень ужасный, жуткий. Дом Лос-Анджелес, мы с вами тоже в этом доме были. Знаете, мне не нравится, когда открываются магазины и клеят какую-нибудь колбаску или что-то так и портят сам фасад дома. Ну как портят, конечно, это какая-то реклама, но мне, знаете, это напоминает какую-то рекламу, наверное, из 2000-х, когда обклеивали вот такие вот магазинчики, что-то еще ради рекламы. Также здесь уже открылась кофейня, студия красоты, аптека в нашем доме. Кстати, в моем тоже открылась такая же аптека. Наверное, эта сеть захватила Минск Мир. И у меня в доме есть Озон и Валберис. Квартал, посмотрите, зелененький. В этом квартале Дана снимает рекламу, потому что это действительно рекламный квартал. Но, к сожалению, не все такие кварталы в Минском мире. Вы вот сейчас наблюдаете детскую площадку, площадку для спорта в нашем квартале. Как я уже много раз повторялась, вы столько площадок и таких вот разных штучек, конечно, не найдете. Видите, есть где и посидеть. Есть трава, но замечание Дубаем, газончик не кошен, все очень сильно заросло, но хорошо, что есть какая-то зелень, потому что все-таки это стройка, строятся дома, и, конечно, тут сразу все так облагорожено, ухожено не будет. Вот. Квартал просторный, если я не ошибаюсь, тут должен быть два детских сада. В данном квартале пока здесь такая вот временная парковочка, вы ее наблюдаете для машин. Ну, хорошо, что ее сделали. Там идет на пересечении улицы Кижеватова, улица Казинца. Нравятся мне здесь и домики, они такие стильные. Также я вам сразу скажу, что сюда же я ходила и снимать дом Майами, готовую квартиру, вот в таком вот столбике одноподъездом. Вот, мы, в принципе, видели с вами готовые ремонты. Вот это в доме слева. Также смотрите, какие классные детские площадки, просто вообще вау. А тут, смотрите, я снимаю какую-то траву, что-то от ветра, у меня, наверное, уже руки замерзли. Посмотрите, какие офигенные детские площадки. Они реально с картинок рекламы о Минск-мире.
также тренажер, и на другой стороне вот такая прекрасная лужа, или это, может, озеро. А еще площадки. Тут все в площадках, спортивных площадках. Тут есть площадка для выгула собак. Все прелести, все, что вам угодно в этом квартале, вот прям максимально все здесь и заполнено. Смотрите, какое лобби в доме Нью-Йорк. Красивое, конечно, такое вот прям Нью-Йорк, Нью-Йорк. Это я. Красота. Так это все выглядит. Посмотрим с вами, открыт ли туалет. Тоже нравится, как дверь обшита. У нас просто туалет еще закрыт. Ничего себе, здесь открыт. Давайте пройдем. Удобно, когда если вот с детьми гуляете, чтобы домой не бежать. Но мы еще свой туалет не открывали, хотя дом чуть больше года назад сдался. Но тут мне нравится туалет. У нас, кстати, чуть поскромнее в доме Танго, я вам скажу. Так, мы с вами зашли в евродушку. Тут еще нету света, поэтому будет где-то темновато. Вот. Здесь, смотрите, при входе сразу санузел. Тут выложили только стеночки. Будет тоже идти дальше ремонтик. Здесь коммуникации, но санузел не маленький. Ну, наверное, как у нас 4 квадрата получается. Здесь только возведены стены. Здесь уже поставлена перегородка. Вот видите, нету освещения, не супер видно. И здесь будет, получается, уже комната с кухней. Так вот это все выглядит. Завезли стройматериалы уже. Балкон. Сейчас мы с вами сходим на него. Открывается, да. Мне нравится в этих домах, конечно, балкон. Потому что балкон такой большой. Не во всех домах, я вам скажу, такие, конечно, балконы большие. Это плюс. И панорамный света с этого балкона, я думаю, будет достаточно. Я думаю, вам тоже будет посмотреть интересно такую планировочку. Дом сдался недавно. Смотрите, это вход, тут больше видно света, сразу туда идет ванная комната, и здесь сбоку вот такая вот получается ниша, вот, тут просто от окна больше освещения с другой стороны, и здесь уже, я так предполагаю, будет такая вот спальня, сделана перегородку. Мои соседи по дому Танго что-то на подобное, у них тоже была такая планировочка. Вот. И здесь уже будет спальня. Тоже покажу вам дизайн-проект. Такая вот аккуратненькая евро-двушка. Каждый, конечно, делает под себя, что хочет. Тоже будет здесь продвигаться ремонт. Ремонт еще мало кто делает, потому что дом, в принципе, только сдался. Смотрите, по радиаторам в этой маленькой комнате здесь один радиатор.
получается. И в маленькой комнате один радиатор. И здесь тоже один радиатор. Стены. Напишите, будет вам интересно смотреть за ходом строительства евродвушки. Я думаю, что это вообще самая такая ходовая квартира. Евродвушка такая, знаете, наверное, самая-самая популярная. Сейчас, конечно, тут пока еще ничего не сделано, будут вестись работы, но тоже планировка очень интересная. Я думаю, будет все классно и интересно сделано. Так, заходим с вами в квартиру. Это квартира 46 квадратных метров. Вы видели, в принципе, дом. Ремонт не доделан, поэтому я вам покажу ремонт сейчас и покажу потом ремонт, что получится. Смотрите, здесь щиток, это сразу при входе. Здесь будет гардеробная. Так это все выглядит, она будет не маленькая. Вот эта штуковинка, как я понимаю, она там обслуживает освещение, потому что тут парящие линии. И мы с вами находимся, в принципе, сейчас в коридоре. Квартира евро-двушка, да. Вот так это в коридоре все выглядит. Здесь сразу ванна, тоже пока без дверей. Это, как я обычно, смотрите, такое вот большое классное зеркало. Такая вот тумба, я так подразумеваю, здесь будет стоять стиралка. Сделано освещение. Тоже все в процессе, в течение месяца тут что-то в квартире добавится, и мы с вами потом еще подснимем, но я вам хотела еще показать квартиру в процессе. Вот такая вот светлая плиточка, ванна. Дальше туалет подвесной, полотенцесушитель, здесь коммуникации, но здесь будет еще шкафчик, это будет все здесь закрывать, поэтому не обращайте внимания. Такой вот потолок, красивая такая ванная комната, смотрите, какая плиточка, тоже подходит под ламинат. Знаете, не всегда еще камера передает те цвета, например, я вижу этот цвет по-другому, на камере он немного желтит, но в жизни нет. Вот, здесь выключатели. Включатели. Сразу мы переходим с вами в комнату. Это будет такая кухня-гостиная. Тут тоже еще все в процессе. Здесь будет стоять стол. Здесь будет стоять кухня. Тут и посудомойка будет. Варочная панель. Здесь будет, как я вижу, выводы под подсветку. Дальше здесь будет стоять холодильник. И дальше комната будет разделяться, видите, вывод под стеклянную перегородку. Вот такой, в принципе, потолок. Тоже парящие линии мы рассматривали, но нам на них, как говорится, не хватило денежки. Тут тоже будет телевизор, возможно, диванчик. Балкон более просторный, чем наш, я вам скажу. В этом доме вот такая вот здесь плиточка, тут еще что-то, видите, на балконе сложено, вот тоже сделаны некоторые выводы, вот, и вот так это все выглядит. Еще нет плинтусов, но я думаю, добавится. И здесь уже спальня будет. Тоже, видите, здесь парящий квадрат, но он намного больше, чем
Парящие квадраты там. Кстати, тоже владелец квартиры сказал очень много замечаний по окнам. Заменили только одно окно. Тоже все расписаны, но у нас, в принципе, окна также были все расписаны. Да, она с окнами не дружит, и у них постоянно проблемные какие-то вопросы. Также здесь выводы под телевизор, включатели, выключатели. Здесь, я так понимаю, будет освещение, потому что здесь будет стоять кровать. Вот. И здесь будет вторая гардеробная. То есть их будет две, это удобно, они будут такие закрытые. Поэтому, мне кажется, это действительно максимально удобно. И сверху подсветочка. Квартира тоже светлая, в таком, знаете, непринужденном стиле. Светлые обои, такие приятные. Конечно, когда добавится мебель, это все будет смотреться по-другому. Вот. Но пока получается так. Вложено в нее 12 тысяч. Вот, но тут, видите, ни мебели нету еще, ни межкомнатных дверей, ни техники. Ну вот пока вот это все в 12 тысяч. Как вам вообще? Напишите. Понятно, картина сейчас не закончена.